Я, Савенко Владимир Андреевич, депутат городского совета, член партии «Единая Россия», заслуженный строитель Московской области, коренной житель города Ивантеевки, член партии «Единая Россия». Я уже в течение 47 лет исполняю свою почетную обязанность, хожу на выборы. 9 сентября 2018 года состоятся выборы губернатора Московской области. Я призываю всех жителей Ивантеевки прийти на выборы, отдать свой голос во благо нашей великой страны.